И около 300 беженцев, прошедших пешком от Белграда до города Субботицы, на границе с Венгрией объявили голодовку с требованием открыть границу с этой страной, сообщает Управление ООН по делам беженцев. По его данным, речь идет в основном о выходцах из Афганистана и Пакистана. Венгерская граница остается закрытой, так как ранее эта страна возвела заграждение на большей части своих границ для того, чтобы препятствовать нелегальному проникновению беженцев в страну. В охране рубежей помимо пограничников задействованы армия и полиция. Сербия также вывела на охрану границы совместные патрули, состоящие из военнослужащих и полицейских. Ранее власти Болгарии уже заявляли об ажиотаже и тяжелой ситуации на южной границе страны. Еще одно шокирующее известие. На пляже города Сабрата к западу от Триполи волонтеры нашли тела 41 утонувшего мигранта. Тела доставили в морг для проведения анализа ДНК, затем погибших похоронят. Местные власти предполагают, что беженцы утонули менее недели назад. Ежедневно на побережье находят 1-2 трупа.